Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Святаго Отца нашего Иоанна Златоустого. Слово к верующему Отцу. Продолжение. А для чего, скажешь, нашим детям нужно это любомудрие и строгий образ жизни? Вот это самое изгубило все. Что дело столь необходимое и поддерживающее нашу жизнь считается излишним и ненужным. Увидев сына больным, по телу никто не скажет, для чего нужно ему доброе и крепкое здоровье. Напротив, всячески постараются привести его в такое благосостояние, чтобы болезнь более не возвратилась. А когда заболевает душа, то говорят, не нужно им никакого лечения. И после таких слов осмеливаются называть себя отцами. Что же скажешь? Неужели всем нам любомудрствовать, а житейским делам погибнуть? Нет, почтеннейший. Не преданность любомудрию, а не любомудрие погубило и расстроило все. Кто, скажи мне, расстраивает настоящее положение дел? Те ли, которые живут воздержанно и скромно, или те, которые выдумывают новые беззаконные способы наслаждения? Те ли, которые стараются захватить себе все чужое, или те, которые довольствуются своим? Те ли, которые имеют толпы слуг и окружают себя роями льстецов, или те, которые считают для себя достаточным только одного слугу, предполагая еще невысокое любомудрие, но доступное многим? Человеколюбивые ли и кроткие, и неимущие похвалы от народа, или те, которые требуют ее от единоплеменников более всего должного, и делают тысячу неприятностей тому, кто не встанет перед ними, не скажет первые приветствия, не поклонится, не выкажет раболепства? Те ли, которые стараются повиноваться, или те, которые стремятся к власти и начальству, и для этого готовы сделать и перенести все? Те ли, которые считают себя лучше всех, и поэтому думают, что им можно говорить и делать все? Или те, которые ставят себя в числе последних, и этим укрощают безумное своеволие страстей? Те ли, которые строят великолепные дома и предлагают роскошные трапезы, или те, которые не ищут ничего, кроме необходимого пропитания и жилища? Те ли, которые прирезывают себе тысячи десятин земли, или те, которые не считают для себя нужным приобретение и одного холма? Те ли, которые прилагают проценты к процентам и гоняются путем неправды за всяким прибытком? Или те, которые раздирают неправедные записи и из своей собственности помогают нуждающимся? Те ли, которые признают немощь человеческой природы? Или те, которые не хотят и знать этого, но чрезмерной гордости даже перестали считать себя людьми? Те ли, которые питают блудницы, оскверняя чужие браки? Или те, которые воздерживаются от своей жены? Первые, не то же ли в общественной жизни, что опухоли на теле и бурные ветры на море, своей невоздержанностью потопляют тех, которые сами по себе могли бы спастись? А последние, как яркие светила среди глубокого мрака, не призывают ли бедствующих среди моря к своей безопасности? И возжившие вдали от на высоте светильники любомудрия не руководят ли таким образом желающих к спокойную пристань? Нет первых ли возмущений войны и ссоры, и разрушения городов, и угнетения, и порабощения, и пленения, и убийства, и бесчисленные бедствия в жизни? Не только наносимые людям от людей, но и все посылаемые с неба как-то засухи, и наводнения, и землетрясения, и разрушения, и потопления городов, и голода, и язвы, и все прочее, что свыше насылается на нас. Так они извращают общественную жизнь и губят общее благо. Они причиняют бесчисленные бедствия другим, беспокоя ищущих спокойствия. Развлекая и возмущая их со всех сторон, для них и суды, и законы, и взыскания, и различные роды наказаний, как в доме, где много больных, а здоровых мало, можно найти много лекарств и приходящих врачей. Так и во вселенной нет народа, где нет города, где бы не было много и законов, много и начальников, много и наказаний. Потому что лекарства сами по себе не могут восстановить больного, а нужны еще те, которые бы прилагали их. Таковы и есть судьи, заставляющие этих больных волею и неволею принимать врачевание.
Однако и при этом болезнь так усилилась, что превзошла самое искусство врачей и пошла в самих судей. И теперь происходит то же, как если бы кто, страдая горячкой, водянкой и множеством других жесточайших болезней, и не одолевая собственных недугов, стал усиливаться и избавлять других, одержимых теми же недугами. Так волны пороков, подобно стремительному потоку, разрушив все преграды, вторглись в души людей. Но что я говорю об извращении общественной жизни? Эта язва, занесенная нечестивцами, угрожает истребить во многих даже самое понятие о промысле Божьем. Так она распространяется, возрастает, стремится владеть всем, перевернула все вверх дном и, наконец, уже не противится не против подобных им рабов, но и против самого Господа Вседержителя. Откуда, скажи мне, так много речей о судьбе? Отчего многие приписывают все происходящее неразумному течению звезд? Почему некоторые предпочитают счастье и случай? Отчего думать? Думают, что все делается без причины и без цели. О тех ли, которые живут скромно и воздержанно, или о тех, о которых ты говоришь, будто они поддерживают общественную жизнь? Я доказал, что они общая язва вселенной. Очевидно, от последних. Никто не соблазняется тем, что такой-то любомудрствует и презирает настоящее, но тем, что такой-то богатеет, роскошествует, предан корыстолюбию и хищничеству, что он при своей злобе и бесчисленных пороках блистает и благоденствует. На это ропщут и жалуются неверующие в Бога. Эти многие соблазняются тогда, как по поводу живущих скромно не только не скажут ни одного такого слова, но и стали бы осуждать самих себя, если бы склонялись роптать на промысл Божий. Если бы все или даже большая часть людей захотели так жить, то никто и не подумал бы о подобных речах. И не возникло бы главнейшего из этих зол исследования о том, откуда зло. Если бы зло не существовало и не обнаружилось, то кто бы стал отыскивать причину зла и этим изысканием производить бесчисленные ереси? Так и Маркион, и Манес, и Валентин, и большая часть язычников отсюда получили начало. Но если бы все любомудрствовали, то не было бы такого изыскания. Напротив, если из чего другого, то из этого наилучшим образом жизни все узнали бы, что мы живем под властью царя Бога, и что Он распоряжается и управляет нашими делами по своей премудрости и разуму. Это, конечно, совершается и теперь, но нелегко усматривается вследствие великой мглы, которая распространилась по всей вселенной. А если бы этого не было, то промысл Божий открыл бы пред всеми, как в светлый полдень и в ясную погоду. Подлинно, если бы не было ни судов, ни обвинителей, клеветников, ни истязаний и пыток, ни темниц и наказаний, ни отнятий имений, потерь, ни страхов и опасностей, ни вражды и козней, ни злословия и ненависти, ни голода и зараз, ни иного чего из перечисленных бедствий, но все жили бы с надлежащей скромностью, тогда кто из всех живущих усомнился бы в Божьем промысле? Никто. А теперь происходит то же, как если бы во время бури кормчий делал все со своей стороны и старался бы спасти судно, но его ревностное искусство не было бы замечаемым находящимися на судне вследствие смятения и страха и беспокойства от окружающих бедствий. Так и Бог управляет вселенную теперь. Но многие не видят этого вследствие смятения и неустройства в делах, которые эти люди производят больше всех. Так что не только извращают общественную жизнь, но и вредят и благочестию. И тот не погрешил бы, кто назвал бы общими врагами этих людей, которые живут во вред спасению других, потопляя своими гнусными учениями и нечистую жизнью плывущих вместе с ними. Продолжение следует.